I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Можно снова Новый год справлять, елку наряжать. Добавляем сюда зеленушечки, лимончик. Всем привет! Меня зовут Виктория Эстрин, и это мой видеоблог. Я сейчас только что проснулась, и вот вы посмотрите, что у нас творится на улице. На дворе 22 апреля. Я вот посмотрела, я вообще была в шоке просто. Во! Снегу сколько выпало. Это обалдеть! На дворе почти лето должно быть. Ужас. И где же лето-то? Когда оно придет уже? Когда будет тепло? Уже почти раздетые ходили все. А тут опять снег. Ну как так? Как? Я в шоке. Всем привет еще раз. Мы с Рафочкой вышли погулять. Сугробу намело. Вообще, можно снова Новый год справлять. Елку наряжать. Сугроб, сугроб. Сегодня целый день снег падает. Вот так. А так тепло, можно сказать. Но не совсем, но ветра нет. Ладно, мы пойдем гулять, я камеру не буду уж мочить. Мы пришли с Рафочкой после прогулки, и я хочу сварить супик рыбный. Супик у меня уже сварился. Вот такой вкусняшный. Добавляем сюда зеленушечки, лимончик. Оп. И получается красота. Запотела. Всем приятного аппетита. Также я хочу приготовить тушеную капусточку. У меня здесь помидор, морковка, лук, и сейчас добавлю капустки. Капусточка подоспела, я добавила 2 столовых ложки томатной пасты, чуть-чуть соли, капельку, и 300 грамм воды, тоже фильтрованную наливаю. Это все перемешиваем.
Так, и всю эту красоту ставим на тушение. 20 минут. И погнали. Эх, какая вкусняшка кипит. Сейчас я еще добавлю туда зеленушечки. И все. Будет готово. Вот такая капустка у меня получилась. Всем приятного аппетита. Грустишь, Масечка? Чего грустишь, девочка? Кица. Чего грустишь? Я буду влог заканчивать. У нас уже поздно, где-то уже часов 11. Всем, кому понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, оставляйте свои комментарии. Всех целую. Всем пока-пока. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see what I see. Всем привет, меня зовут Виктория Эстрин, и это мой видеоблог. Сейчас, подожди.